Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день публикуется огромное количество видео по танкам, причем все они разные тематики и, как правило, осветляют все новости в нашей игре. И в нашей игре новостей порой появляется гораздо больше, нежели три. И почему я говорю о трех новостях? Потому что именно три является граничным количеством уведомлений, которые YouTube отправляет моим подписчикам каждый день. Поэтому, если вы хотите ничего не пропускать, предлагаю вам подписаться помимо этого канала еще на мой основной канал. Там, где 56 тысяч подписчиков уже отдали предпочтение моему творчеству. Спасибо большое за то, что подписались на оба канала. На обоих каналах прожмите на колокольчики и выберите все уведомления с каналов для того, чтобы получать уведомления с каждого из каналов и ничего, как я уже говорил, не пропускать. Ну а еще буду благодарен, если поставите лайк данному видосу. И в этом видео мы поговорим с вами о бабахе, а точнее о том, что с ней произошло после того, как провели ребалансирование в нашей игре в последнем обновлении, как мне кажется, данную машину пытаются похоронить полностью. Она и так давно уже перестала имбовать в нашей игре, и после того, как в нее внесли технические изменения, стало, по-моему, еще хуже. Давайте посмотрим, что конкретно сделали. Меня первое, что смутило, это то, что скорость полета снаряда, давайте будем говорить о основных снарядах в данной машине, с 730 уменьшили до 690. Время сведения увеличили с 5,3 до 6,4. Это целая секунда, ребят. И я не понимаю, зачем это делать. По поводу разброса, типа, сделали лучше. Но давайте будем говорить откровенно и начинать с самого основного. Давайте заценим скорость полета снаряда. Вот базовые значения, которые были раньше. Вот скорость полета снаряда 730. Здесь представлены все ПТ-шки 10 уровня. Но вы видите здесь хотя бы одну ПТ, которая хуже по скорости полета снаряда. Да тут есть машины, у которых 1000 скорость полета снаряда. Это наш знаменитый хомяк. Тот же самый ФВ-4005. 1000. 980 у Бадгера. 1350 у Гриля. И так или иначе, у бабахи и так было 730, куда уже ниже. Зачем надо было понижать данный показатель? Я, честно говоря, не понимаю абсолютно. К чему это все приводит? Приводит к тому, что в первую очередь в оборудовании вам необходимо определиться, что вы будете менять. Вы оставляете себе, допустим, усиленные приводы наводки для того, чтобы, ну, хоть как-то поправить вопрос с сведением, а потому что у нас время сведения тоже занервничает. Либо вам необходимо ставить себе увеличенный заряд для того, чтобы можно было хоть как-то подтянуться к старым значениям скорости полета снаряда. Потому что при 690, которая сейчас есть у бабахи, я так понимаю, на ней необходимо давать такое упреждение, при котором соперник начинает только двигаться со своего респа, а ты уже начинаешь выцеливать его и отстреливаешь где-то приблизительно посередине карты. Как раз пока снаряд долетит, как раз соперничек туда и доедет. Короче говоря, ребят, мне кажется, что это один из последних гвоздей в гробу данной машины. Машина сама неплохая и в свое время очень круто имбовала и вполне нормально отыгрывалась и никогда не была супер живучей, но только в последние несколько месяцев, а может в последний год, она умудряется постоянно танковать. Напишите, кстати, в комментариях, кто заметил, что стреляя по абсолютно серой бабахе, ты обязательно попадаешь в какой-нибудь вот такой вот стык бронелистов и обязательно не пробиваешь ее. Сколько раз вы стреляли по бабахе, попадая четко в серые зоны на ее, допустим, той же самой рубке, и все равно умудрялись ее не пробивать? Мне будет интересно почитать ваши комментарии, потому что я лично считаю, что здесь явно что-то не так, и с бабахой именно в этом отношении необходимо было что-то делать. Ей необходимо было, как мне кажется, апать орудие, но при этом всем сделать ее нормально картонной, такой, как она и была раньше. Ну да ладно, обсудить обсудили, а теперь давайте попытаемся зайти в обычный первый попавшийся бой. В режим идти не будем, абсолютно нет никакого смысла. Ну и попытаемся отыграть уже на новом орудии с новыми показателями. Ну что ж, друзья,
Поехали. И в свое время я качал бабаху именно потому, что это была бабаха. И да, я качал ее, не используя свободного опыта. Я играл на всех ПТ-шках серии АТ, страдая и плача практически на каждом уровне, не считая Тортойса. И при этом всем я знал, к чему я иду. Я иду к машине, на которой я смогу стать где-нибудь вдалеке, смогу дать хорошенько практически на 1000 единиц урона, а если засуну фугас, то и того больше. После того, как апнули Ягу и при этом всем немножечко занерфили бабаху, я понял, что что-то пошло не так, и начал потихоньку жалеть о том, что бабаху прокачивал и страдал в серии веточки АТ. Далее могу сказать следующее. Когда я увидел ребалансные правки по этой машине очередные, у меня начали трястись руки, потому что я не то что начал жалеть о том, что когда-то выкачивал, а еще и начал жалеть о том, что приобрел на нее легендарный внешний вид, потому что, как понимаю, на бабахе часто играть я теперь уже не буду. Ну и, соответственно, этот легендарный внешний вид будет радовать меня только тогда, когда я буду листать свой ангар. В отношении времени сведения, ребята, по времени сведения, спасибо большое за 409 единиц урона от Рена Чиронте. Как я понимаю, а вот чем танканул, сейчас опять-таки не понимаю. Вот здесь меня уже удивлять начинает в очередной раз. Как я понимаю, с тем даже, что я время сведения в одном слоте оставил все-таки, то есть улучшение данного показателя, отыгрывать дальше на бабахе становится все тяжелее и тяжелее. Ну, то есть ты становишься и ты сводишься, а при этом всем тебе еще и необходимо помнить по поводу того, что у тебя время полета снаряда, вот вам, пожалуйста, время полета снаряда просто ужасное. И давать упреждение на новой бабахе на данный момент я вообще не понимаю, как необходимо. То есть, за сколько метров до того, как мой соперник будет находиться в точке прилета моего снаряда, мне необходимо нажимать на выстрел. Ну реально, не догоняю, не ощущаю, не понимаю. И это вообще не вписывается в старые рамки, в которых я когда-то играл. В общем, по моему скромному мнению, разработчики явно что-то удумали по поводу данной машины и, возможно, все-таки на той же самой Лесте, я не отслеживаю новости по Лесте, просто в свое время мне большое количество моих зрителей и подписчиков писали по поводу того, что GSN, а ты слышал, что на Лесте бабаху выводят из ветки исследования, меняют на другую ПТ-шку, и тогда я даже специально спрашивал у Артура Нонейм по поводу того, а действительно ли это правда. Мне написали, что нет, бабаху мы выводить не будем. Но после вот этих ребалансных правок, ребят, я все больше и больше начинаю убеждаться в том, что, наверное, все-таки самым грамотным решением, которое может быть в отношении бабахи после последних балансных правок, я, ребят, даже результаты боя смотреть не буду, просто отправимся в следующий. Мне почему-то кажется, что самым грамотным решением в отношении бабахи является апнуть ее обратно, сделать ее такой, какая она должна быть, а по моему мнению, как я уже сказал, она должна быть абсолютно картонной, чтобы ей не было практически нечем танковать, при этом ее необходимо наделить нормальным временем сведения орудия, нормальной скоростью полета снаряда, не опустить ниже плинтуса, как я показывал это сейчас в сравнительной таблице, потому что в сравнительной таблице я вам показал 730, и это старый показатель, а не 690, тот, который дали новый. И при этом всем ей необходимо дать возможность нормально выцеливать своего соперника. Ну, то есть, чтобы это была такая ПТ-ха третьей линии, которая боится своих врагов, потому что понимает, что как только она выезжает на своего соперника, она сразу начинает отхватывать по морде. С ее 20 секундами времени перезарядки она не сможет самостоятельно за себя постоять, но при этом сможет дать хороший урон хотя бы напоследок. И при этом всем, возможно, действительно бабаху необходимо выводить из ветки исследования и вместо нее ставить другую машину. Машину, которая будет соответствовать по стилю игры и будет соответствовать по своей тематике вообще всей ветке. Я когда-то говорил и продолжаю утверждать, что Бадгер тот же самый, или Баджер, не знаю, как правильно произносить, языками не владею, поэтому уж сильно не казните меня за это. Я считаю, что тот же самый Бадгер, как я его называю,
он лучше вписывается в веточку АТ, потому что он не обладает поворачивающейся рубкой, он не обладает бешеным уроном, он обладает сравнительно подобной скорострельностью другим ПТ-шкам серии АТ, и при этом всем обладает броней и живучестью, опять-таки приравненной к АТ-шкам, каждый на своем уровне. И вот когда вы играете на ПТ-хах серии АТ, поднимаетесь все выше и выше, вы постоянно апаетесь. То есть вы поднимаетесь, и при этом всем, когда вы выходите на венец всей этой ветки, а выходите вы на венец в виде бабахи, вы получаете вообще другую машину. Ну, полностью не подходящую под всю ветку, не обладающую скорострельностью, не обладающую точностью, абсолютно не обладающую нормальным временем сведения. Вот я сейчас стою, блин, просто наугад бросаю, и слава богу, что залетело в хэвика, и я смог все-таки его уделать. А по факту, если бы мне сейчас не повезло, то свестись я бы просто физически не успел. И вот теперь две бабахи встретились, я перезаряжаюсь, он кидает мне опять-таки наугад, я уверен, что он не успел свестись. И благо, что я просто огромных размеров, точно так же, как и он, и именно поэтому у нас получилось неплохо с ним обменяться уроном. Ну, точнее, не так, он мне закинул, а я не успел. Потому что я опять-таки не успел перезарядиться. Короче говоря, ребят, возвращаясь к теме моей позиции в отношении бабахи, я разработчиков в данном случае не понимаю абсолютно. Они превратили бабаху из ПТ, которая действительно могла имбовать, из ПТ, ради которой действительно стоило страдать, потеть и плакать во всей серии АТ-шек, превратили просто в обычную машину, которая не обладает какими-то существенными показателями играбельности, ну кроме рандомной брони, которая непонятно как отыгрывает. Вообще, честно говоря, я не понял, зачем даже бабаху, да которую все игроки как раз бабахой и называли из-за того, что она обладала самым большим количеством урона за выстрел в свое время во всех деревьях игры, опустили ниже Яги, которая сейчас наносит больше, чем бабаха. Почему бабаху не наделили вот этими вот снарядами с сердечниками? Где это все? Почему именно Ягу? Яга обладает броней, Яга обладает живучестью. Единственное уязвимое место у Яги и то, если игрок не сильно подкованный, это нижний бронелист. А дальше, если ты будешь неплохо мансить, то у тебя еще и неплохо будет получаться танковать своими бортами. При этом всем Яги еще и добавили в свое время, апая ее, добавили сердечники. Где эти сердечники здесь? Почему их тут нет? В общем, у меня больше вопросов, чем ответов, и я буду очень благодарен, если вы напишите свои комментарии по поводу нерфа бабахи, потому что ребалансом это не назовешь однозначно. Я не увидел в ребалансе, точнее не так, я не увидел в балансных правках данной машины реального ребаланса. Что есть, по моему мнению, ребаланс? Ребаланс это если вы берете и не знаете, ну не знаю, там у того же самого типа 71 в свое время забираете его подвижность, оставляя ему его броню, живучесть и поднимаете некоторые другие показатели. И таким образом вы выравниваете машину на ее 10 уровне, делая ее играбельной и, соответственно, делая ее частично уязвимой для соперников. С бабахой же наблюдается абсолютно четкий нерв, и апа я здесь не увидел абсолютно никакого. Жду вашего мнения в комментариях. Еще раз напоминаю по поводу того, что если вы хотите видеть все видео, которые я снимаю гораздо более 5 видео в день. Подписывайтесь на оба моих канала, ссылочку на второй канал вы найдете обязательно в описании, ну и прожимайте обязательно на колокольчик. Стараюсь специально для вас, пошел снимать следующее видео, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.